Выставка-ярмарка «Кладезь» проходит в рамках духовной программы «Единая вера, единая Русь святая». Главная ее особенность – это изделия ручной работы. Они созданы в мастерских Минского Свято-Елисаветинского монастыря. И каждое – настоящее произведение искусства, в которое вложены доброта, любовь и молитвы. Каждая мастерская у нас молится. У нас с утра молитва. Люди с молитвой, с любовью приступают к своему рукоделию. И вот эти изделия, которые у нас получаются, у нас появилась такая мысль вывозить людям на потребу, чтобы люди, приобретая их, они участвовали в созидании монастыря, строительстве монастыря. И также, чтобы, приобретая эти изделия, они делились радостью, любовью друг с другом, потому что мы в свои изделия пытаемся вкладывать доброту, которая внутри есть. Особая гордость – это керамические изделия. Говорят, если испить святой воды из такой чаши, то сразу приходит заряд энергии, позитив и бодрость. Еще одни произведения искусства – ювелирные изделия православной тематики и не только. Нательные крестики, кулоны и цепочки можно приобрести как в золоте, так и в серебре. Иконы в вышивке и ручной росписи, а также предметы церковного обихода – лампады, алавастры, дароносницы. В широком ассортименте христианская литература как для взрослых, так и для детей. Я впервые на такой выставке. Вот, необычное, нравится, много интересного, книг. И вообще все интересно, и все нравится, все, что привезли. И обслуживание нравится, спокойное, как и подобает людям православным. Кроме изделий духовного назначения, здесь можно найти и полезные в быту вещицы и одежду из натуральных тканей. Приобретая сувениры для себя или на подарки близким, люди тем самым помогают многодетным семьям, престарелым гражданам, одиноким и больным. Всем тем, о ком и заботятся сестры Елисаветинского монастыря. Также часть вырученных средств пойдет на строительство православного храма. Работа выставки продолжится до 8 октября. Посетить ее можно по адресу: улица Астраханская, 1, Театральная площадь.